выставке «Армия-2019» мы представляем три основных новых новинки. Первый из них – это набор оптико-электронных систем для использования в качестве полезной нагрузки на беспилотных летательных аппаратах. Представлены два изделия с теле- и тепловизионным каналом, двухканальная система и четырехканальная система, включающая также в себя лазерный дальномер и лазерный целеуказатель. Второе изделие – это бортовая информационно-управляющая система гусеничных машин. Она может быть применена для любого вида автомобильной и гусеничной техники и упрощает управление любой техникой для механика-водителя. Следующее изделие – это безэкипажная роботизированная платформа, роботизированный катер, позволяет нести нагрузку до 500 кг и выполнять различный набор функций, в частности противоминная, противолодочная, противодиверсионная, а также диверсионная работа. Катер управляется по каналам связи, может работать в автономном, автоматическом и роботизированном режиме, а также управляться дистанционно и локально, местно.